Должнику будут предупреждать за 5 дней о запрете выезда за границу заранее. Раньше они узнавали о выставленных запретах только при вылете и их снимали с рейсов. Соответствующая норма вступила в силу, сообщили в Министерстве юстиции. Также закон увеличивает порог задолженности с 20-месячных расчетных показателей до 40 МРП, при превышении которого применяют временные ограничения на выезд из страны. Кроме того, пересмотрены сроки, порядок и основания выставления ограничения, в том числе и сроки основания его отмены. Теперь запрет на выезд будет отменять судебный исполнитель не в течение 3 рабочих дней, а за 1 день.